Патриотическая смена объединила 150 молодых активистов из Краснодарского края, Крыма и Адыгеи. Палаточный лагерь разбили под горячим ключом. Посмотреть, как проходят занятия, и пообщаться с участниками форума приехал Вениамин Кондратьев. Главе региона студенты показали, чему научились в условиях дикой природы. А после обсудили тему патриотического воспитания. По мнению губернатора, проект «Малая Родина. Основа державы» необходимо развивать, особое внимание при этом уделив поисковому движению. Завтра вы достигнете.